очередная модернизация подвеса камеры, теперь на веревочке. Веревочка экспериментальная, тут сантиметров 80, наверное. Предполагается, что она в полете, она как-то вот так вот, вот так вот как-то будет висеть и даже не будет болтаться. Есть такая надежда слабая. А веревочку потом планирую увеличить метров на 10. Сейчас пока чисто проверить, достаточно ли такой банки, или надо у парапланеристов покупать леталку, так называемую, как маленький такой парашютик вместо банки закрепляется. Вот хочу попробовать, будет сильно болтаться или терпимо.